Да. Некоторые дети просто не получили должного воспитания. Родители не уделяли им внимания, они еще... Сейчас ничего объяснять не будем, хорошо? Все потом. Все, ребят, давайте. Готовьтесь. Как бы такая ситуация, да, вот все думают, мы продались. Вот, и сейчас будем только про политику шутить, да? Да. Ну что ж, представьте себе, вечер, улица. На Анну Романову нападают грабители. Нет! 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 Шнурок развязался. Нет! Нет! Ну что ж, друзья, продолжаем. Организаторы компании «Слухай Че» не останавливаются и продолжают «Нюхай Че», «Смотри на Че», «Че-Че». И продолжаем мы. Слышишь ты? На бабу похоже. Сюда иди, пожалуйста. А пока я иду туда, мы посмотрим случай, который произошел с Соколовым Александром, нашим мэром, когда он уезжал в Киев. Смотрим. Ох, уезжаю я, братчики, уезжаю. Ой, уезжаю, братчики, депутаты мои. Уезжаю. Уезжаю я в Киев, стольный град Киев. Братчики мои. Братчики. Братчики мои, депутатчики. Уезжаю. Кстати, я ж в Киев-то уезжаю. Мо привезти вам чё? Шаурмы привези нам. Шаурмы, шаурмы. Хорошо, привезу вам шаурмы. Это ж походу нам теперь делать ничего не надо, уехал. Так по логике мы-то ничего и не делали. А давайте позовем баб! А не надо баб звать! Никакой морали. Никакого уважения. Вадимка. Вадимка, сынок, почисти зубки. Не хочу. Ну, Вадимка, почисти. Не буду я ничего чистить. Вы просмотрели миниатюру «Детство Вадима Антошина». А следующая миниатюра о встрече Оксаны Владимировны Туник-Фриз с Владимиром Владимировичем Путиным. Так откуда вы, говорите, приехали? Ну, Владимир Владимирович. Руку держи, я сказал. Вот так вот. С Чернигова я приехала. С Чернигова я не могу вообще. Настя, набери в гугле.
Юлия Чернигов. Набираю. И что за вопросы? Владимир Владимирович, я приехала, чтобы просить льготы на тарифы на газ для Чернигова и Черниговской области. Я думаю, мы с вами как-то сможем договориться. Вы знаете, я молочный не ем. Ну, как бы, слава Богу. В общем, что я хотел вам сказать? Да, Настенька, что там? Владимир Владимирович, Чернигов основан в 907 году князем Черным. Да! Черным? Да, да ты ж говоришь мой из Огайо! Барака-баба! Барака-баба! USA! Знаешь его? Владимир Владимирович, я как бы все-таки настаиваю на газе. На газе? Я настаиваю на лайне. Уверенно хочу настоять на лайне. Алло. Да, да, Александр Владимирович, да. Вроде договорились. Ага. Шаурму привезли. Настенька, в гугле набери шаурма. Ну что ж, друзья, и в конце для мамы.